Пернинова протокол этого заседания бюро, на котором меня исключали. В ответ я получил отписку. Протокола я не получил. Вы хотите сказать, что решение об исключении есть? Я вам хочу сказать другое, что даже тройки НКВД в 37 году подсудимого приглашали к себе и объявляли ему, что приговаривается к расстрелу. У нас, даже не соедящие нужды, меня на это пригласили. Вас приглашали официально? Нет, не приглашали. Я не присутствовал, меня исключили без меня. Хотя бы, мало того. Хотя бы по телефону? По телефону не совершенно исключен. Уже да, я могу зачитать, если есть интерес, могу зачитать. Есть интерес? Ну, результативную часть. Ну, а тут всего, а тут результативное, все вместе. Ну, хорошо. Тут всего-то. Значит, решение номер один за 16 июня 16 года про выключение с партии Дмитрия Игоря Иосифовича за систематичное порушение этичного кодекса и статуту партии, враховуючи попереднюю догану, вынесенную решением бюро Миколаївської обласної організації 22 червня 16 року, номер 5, керуючись пунктами 3, 14, 6, 18 статуту первичної політичної партії «Демолянс» Миколаївської обласної організації, вирішила виключити членів партії Дмитрія Ігоря Йосиповича, голова Матійчук. Кстати, я прошу прощения, а вы говорите, что там какая-то догана учитывалась, да? Да, и догана у меня есть. А вы знаете, да, что у нас нельзя два раза за одно нарушение? Ну, мы-то знаем, но, к сожалению, в партии Демальянс об этом не знаю. Вот, а по поводу ликвидации Жирневой организации? Пока только из Фейсбука. А нет, был, кстати, сегодня... Спасибо, Фейсбук не документ. Да. И, кстати, был звонок сегодня. Я могу показать, сегодня был звонок. Может, когда-то и будет документом, как бы? Я, подождите, я вам сейчас покажу. Звонок от Матійчук. Ну, мы же не знаем, о чем. Если бы нам запись предоставили разговор, это одно. А так звонок вот, понятно. 13.12. По-видимому, она узнала, что будет пресс-конференция и вся часть. Хорошо, благодарю.